Эзиз Гариагдиев, ученик специальной музыкальной школы-интернат при Туркменской национальной консерватории имени Майя Кулиевой. Мен оса инструмент, бенем инструмент яма бол сесі бары кенліп айттым. Сені үшін инструменті берерімі деп мені сорады. Мені мәжемі қоғы берайын мен үшін инструменті. Қаты қоғы кен мен өрен қоғы қам үшін инструменті деп айттым. Арқадағы қақыман сердарымызды көп-көп сақ олсынлар майдярым. Эзизу 12 лет. Учиться музыке он начал в раннем детстве. Из всех духовых инструментов Эзиз выбрал самый сложный – гобой. Благодаря своему педагогу Ахмату Абаеву, юный музыкант очень увлекся инструментом. На конкурсе Эзиз выступил в категории среди музыкантов от 11 до 13 лет по сольной игре на духовом инструменте гобой и был удостоен диплома третьей степени. В исполнении Эзиза прозвучала первая часть концерта для гобоя с оркестром Алессандро Марчелло, переложение для гобоя с фортепиано. Он выступал посредством видеосвязи в категории «Игра на духовых и ударных инструментах». Каждый день Эзиз по несколько часов в день проводил на индивидуальных занятиях со своими преподавателями. В будущем Эзиз планирует и дальше улучшать свою игру на гобое. Здание школы юных талантов, а именно специальная музыкальная школа-интернат при Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, было открыто 28 сентября 2011 года. На территории учебного заведения имеется общежитие, специальный спортивно-тренировочный центр, лекционный зал, классы, где преподают предметы по физике, химии, иностранные языки и многое другое. В настоящее время в школе действует 8 отделений – национальных, струнных, народных, духовых и ударных музыкальных инструментов, фортепиано, теории музыки, хореографии и общего фортепиано. Выпускники школы участвуют в престижных конкурсах по различным видам музыкальных инструментов, принося большой успех школе и популяризации туркменского искусства как в Туркменистане, так и во всем мире. До преподавания у меня была большая практика исполнительская в оркестрах. Я работал с разными дирижерами, с разными музыкантами, с разными педагогами. Ну и в конце концов я понял, что я хочу передавать свои знания новому подрастающему поколению. И я пришел работать в нашу школу.